Леонид Терпенев и Флерковский. Днем и ночью от Карпат и до Кури дует ветром, обжигая и маня. Кеды я себе отличные купил. Ты прости и не удерживай меня, по всей земле пройти мне в кедах хочется. Увидеть лично то, что вдалеке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Я в тайге тропу таежную люблю, а в пустыне море рыжего песка, где таскать готов безропотно верблюд. Два горба, как два огромных рюкзака, по всей земле пройти мне в кедах хочется. Увидеть лично то, что вдалеке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Смотри, я подметкой везде, где только мог, отпечатал четкий номер 43 и узорное фабричное клеймо. По всей земле пройти мне в кедах хочется. Увидеть лично то, что вдалеке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. В кедах можно вслед за песенкой шагать по асфальту, по траве среди болот. В кедах можно даже по небу летать, если к ним еще приделать вертолет. По всей земле пройти мне в кедах хочется. Увидеть лично то, что вдалеке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке.